искусственные волны. Мелисса. Канева аквапарк. Какой ужин дают в этом отеле? Называется, я забываю название отеля. Это баклажаны, я думаю, это картошка, это мясо, это фаджоли, это тоже какое-то мясо. Паста рагу, паста. Вот это вот что такое? Овощное, да? Сыры. Сыры. Кускус. Какие-то салюми. Сыры. А это вителла я взяла, очень вкусная, с каппери. Это салюми. Это фаджоли. Вителла, кускус. И вердура. Овощи. 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 Народу, как с утра, много, все с детьми, мы так на это, как это называется, торты, это, наверное, морковный торт, да? Ой, какие вкусные тирамису, морковный торт, песка, слива, мачедония, дыня. Виноград и все остальное. Мелисса, сул кавалло. Кавалло бьянко, принципесса Адзура. Из соседней деревни спускаемся на лаго. Лаго ди Гарда. Си. Эппела барка. Си, си. Лаго ди Гарда. И барки. Мелисса, как всегда, на коне. Ариваты. 5 минут пешком пришли на озеро Лаго ди Гарда. А, Порто. Это порт. Мелисса и Марко. Чао-чао! Лаго ди Гарда! Вичино! Come si chiama? Paesina? Paesina suo nome? Не помню, как называется эта деревня с портом. Ага, che bella roba! Sembra mare! Как будто море. Блин. Какие нам привезли костюмы ди банечку, спиаджа. Ай-яй-яй. Vabbè, un po' vediamo che cosa c'è. Ну, а я пенсаты ди пещины, козы. А, Лацизе. Коммуна ди Лацизе. Называется Лацизе. Andiamo a vedere lago. Fatto bene rimanere qua, che serviva andare a pescare quando qua c'è il lago. Oh, c'è papiri, guardi Mélisse. Attento a non cadere però.
Hai visto quanto belli! Hai visto? Vuoi fare pipì, Melissa? Eh? Красиво, даже пляж, оказывается, есть. А мы не взяли купальники. Ёлки-палки. Опаля. Пьяно-пьяно, Мелисса, у нас капка. Che bello qua ascoltare musica di onda. I belli лебедь на пруду качает волну. Не помню, как песня. Guardi papere come fanno uno dopo altro, vero Melissa? Che carini, vero Melissa? Лясточка, солнышко. Лиса, лоро тут и винут, и парки пенсона, кету войдара пане. Ай капито? Тут и паперы, эти утки быстро прибежали, думали, что накидает хлеб, смотрите. Лоро пенсона кету дай пане. Адесса деви прендера уна пана и даре. Тут ты долго рвати, корси проприо. Пецци, фай пикли, пикли, пецци и бутци. Гварда чи бьянко чиня, нон кузи пикли. Но, деви бутаре алора. Allora. Butti allora. Butti anche. Veloce butti. Butti veloce, Melissa. Пошла в бар и взяла хлеб. Смотрите. Attento a questo becco. Dai, attento Melissa, dai, lasci pane. Lasci pane, veloce. No, tu. Così morono tutti. Melissa, hai caduto. Patatini. Va bene, stai a guardare adesso. Hai dato? Садимся Паченго, Порто, пляж, Лаго ди Гарда. И мы вчера были вот здесь, вот Канева, парко Аквапарк, потом были Гардаланд, здесь внизу. И вот здесь мы приехали Пескера дель Гарда на поезде. Были Гардаланд, сегодня здесь, вчера ночевали где-то здесь. В отеле Лацизо и ездили в Канева. Да, оказывается, на этом порту есть такой дикий пляж с баром, с меню.
Sunset называется. Blue, по-моему, да? А Sunset Bar. И вот здесь слева есть порт. И вот все вот это вот Lago di Garda. И вокруг все вот эти вот деревни. Даже вдалеке видно их. Видите? Видно все. И там утки с лебедью, где Мелисса. У Мелиссы картошка упала, хлеб она бесплатно взяла. Бористка подарила ей хлеб, мы дали ей 1 евро, она не взяла. Иногда бывают добрые люди, доброжелательные. Добрый день всем, девчонки, мальчишки. Сейчас хочу рассказать разницу между аквапарком Канева, Гардаланд и Леголанд. Я буду говорить только о детях 3-4 лет. 3-4 лет, как Мелисса. Что лучше для малышки лет, годов Мелиссы? Самое лучшее, я думаю, для детишек был вот именно мое собственное мнение, никому не навязываю, был Леголанд. Там для детей сделано прямо все перфекто, все красиво. Прямо вот все-все-все есть. И сейфы есть, чтобы оставить дорогие вещи. И душ есть. И... В общем, все организовано очень красиво, очень современно, все новое. Не знаю, в каком году открыли, но мне очень понравилось. Прямо Мелисса очень весело провела время. Но, к сожалению, Леголанд находится внутри Гардаланд. Надо сперва платить Гардаланд, так как вход один и тот же, потом платить, кто хочет, в Леголанд, и открывается после обеда. А какие ора апраны Леголанд? А литра мезо? И тут то джорно. Кто мне ады таки апраны соло помириджо? А, оказывается, Марко купил билет на каждого человека по 70 евро. Сперва Гардаланд, потом после обеда дополнительная оплата в Леголанд для детей. Там Лего есть, они играют, дети. Мелиссе очень понравилось. Она там очень прямо повеселилась. С горок каталась водных. Ну, Мелисса, нон да, рату потаты. Джа да, тоджи. Опять дает. Все прибежали, смотри, Мелисса. Лоренон, де вони манджари потати? Де вони манджари пане? Они не должны такую хрустящую картошку есть. Должны есть хлеб. В общем, и самое вот минус, единственный минус входов и стоимости билетов для детей, что в аквапарк Канева, что Гардаланд и Леголанд смотрят на высоту ребенка, на рост. У Мелиссы оказался рост 1 метр 7 сантиметров. Оказывается, до 1 метра... Оказывается, до 1 метра бесплатный вход, а с 1 метра, если выше рост 1 метра... Если рост выше 1 метра, то оказывается, надо платить полную стоимость. Нету для детей половины цены. Понимаете? Я чилю анкора. Манджи ту, но де видара тут то паперы. Кушай сама, но де видара тут то паперы, Мелисса. И оказалось, что
1 метр 7 сантиметров они при входе измеряют, у них там такие специальные сантиметры есть на рост. Так что я не смотрела билеты, сколько стоят, но оказывается... Аиста! Мелисса, фатарак, гряк! Quanto è pagato il primo giorno con Gardaland e Legoland? Legoland. Надного человека. И una persona? 70 евро? Tutta giornata. 70 евро и... Due giorni più Legoland. E quanto costa? Insieme, due giorni? Due giorni Gardaland. Più Legoland su 70 euro. Ah, это... Dipende, se li compri prima costa meno. Ah, оказывается, если 2 дня Gardaland и после обеда Legoland, то 70 евро на персону. Но это не так уж дорого. Io pensavo solo una volta 70 евро. В общем, короче, дорогое удовольствие, но стоящее. Единственное, в Гардаланды такие очереди. По часу надо стоять в очереди. Очень много народу, чтобы горки вот эти всякие сделать, даже детские. Так как у Мелиссы 1 метр 7 сантиметров, ей разрешали входить на горки, даже которые быстрее. Я, конечно, была против. Но и потом еще по часу очередь, это жара, это много миллион туристов, детей. В общем, это надо ездить или в мае, или, наверное, в октябре, когда прохладнее. Жару просто невозможно. А, успели всего 2-3 от того, что ждали в очередях, 2-3 всего. Джостры называются у них, горки, да, по-русски. Но единственное... А, лорафаты. Потом мы были в этом, Канева стоило, по-моему, 30 евро на персону, от того, что опять у кассы измерили Мелиссе рост. Ей тоже заплатили полную стоимость. И, в общем, и там тоже, если честно сказать, этот Канева, как аквапарк, есть интересные для подростков, для взрослых. Вот это вот лага с... С волной искусственной было интересно. Там еще белый песок был, искусственная лага. А, тента Мелиса. И потом были волны. И для взрослых, и для подростков 16-17 лет, конечно, очень много горок, горки водные, американские горки. А для маленьких детей был вот этот вот бассейн с маленькими горками водными. Она прямо много раз там бегала, каталась на этих горках. Но там какой-то малыш или малышка сделали попо. И это попо лежало на асфальте около бассейна детского. И так пахло, я не могла понять, почему так пахнет. Плохо. Оказывается, вот было, я проходила мусорщик, я его попросила, говорю, можете убрать, потому что же, говорю, люди наступают, не видят, и потом заходят в это, в бассейн, как бы заражают бассейн этим, ну, сами понимаете, о чем идет речь. Он взял песок и просто посыпал эти два куска коричневого попо. Мелисса до сих пор кормит. 2 евро стоят эти картошки. Как бы антисанитария, я бы могла сказать. Это мне не понравилось.
И так слишком много было детей, слишком много взрослых в маленьком бассейне. И я тоже решила скатиться по водной горке для детей, для малышей до 3-4 лет. Ну, максимум до 6 лет, наверное, до 7. А взрослым как раз-таки нельзя, потому что когда очень дно такое низкое, всего 30 сантиметров, 40 сантиметров, я скатилась на баллончике, и баллончик опрокинулся, и я стукнулась головой об дно бассейна, об цемент. Было очень больно. Вот это вот очень даже опасно, так как не рассчитано для взрослого тела. Я об этом не подумала. Первый раз решила скатиться вместе с Мелиссой и получила удар по голове, по затылку. Потому что я помню, мне было лет 21, у нас была учительница одна, и у нее муж вот так вот в бассейн прыгнул головой, и он не понял, что бассейн не глубокий, стукнулся об дно и сразу умер. Вот такие тоже истории случаются. А в общем, 3 дня Мелисса... Ай-яй-яй. Мелисса очень развлеклась. Очень много купалась, очень много шивали, фатто Мелисса, веро? Ай фатто танты шивали, веро? И в аквапарке, и Леголанд. Леголанд мне очень больше всего понравилось, потому что новый, красивый, современный, шкафы с часами, браслетами, не с часами, а браслетами из пластики, которые электронные, закрываются шкафы, можно все ценное оставлять. 5 евро стоит. Вот такие вот дела. Провели 4 дня. Последний день решили тут с отеля выйти посидеть на берегу Лага. Лага ди Garda. С лебедью. Колле бьянко, дове? Чиня, но он че пью лебедь. Все крутятся вокруг Мелиссы и паперы. Ласточка, солнышко, бутакан, соль бутакан. Альтруиста, лей, альтруиста. Всем здоровья и добра.